Hello, I am Michael Kirichenko. You're watching SkyWay News, where we report on the developments and implementation of breakthrough transport technologies. From today's issue, you will learn about the state of the Unitsky String Transport Technology Developer Company's readiness for serial production, which is one of the most important tasks facing our team on the eve of the implementation of targeted projects, primarily in the United Arab Emirates. And now about this in more detail. As you already know from our previous issue, the areas had been rearranged in the first production building. The vacuum casting section, the turning and milling group, as well as two CNC machines had been moved to a new place. The fitters and welding section expanded and supplemented by a modern exhaust ventilation system. In the near future, it is expected to supply the most advanced equipment capable of outputting the highest quality products necessary for the operation of innovative SkyWay transport and infrastructure complexes. We talked about this with the head of the first production workshop of Unitsky String Technologies Company, Alexander Ivashka. Мы подготавливаемся к мелкому серийному производству и на высвободившейся площади осваиваем территорию, подготавливаем коммуникации для приемки и установки нового оборудования. Да. Это первый этап освоения территории. Это была транспортировка оборудования со старого местоположения на новое. В данной части цеха мы будем осваивать станочной группой с ЧПУ. Подготавливаемся к приемке нового оборудования, которое в ближайшее время будет в виде двух единиц. И в новом году это еще две единицы дорогой техники. Это высокоточный обрабатывающий центр с ЧПУ фирмы Акума японского производителя. Данное оборудование практически автоматически работает, и нужен только один человек для контроля процесса. Мы сейчас находимся на одном из самых запыленном участке нашего производства, сесарно-сварочном, и аналогично ведем подготовку к мелкосерийному производству. Здесь организованы посты сборочные, локализованные в этом периметре. И также мы обеспечиваем систему вентиляции для очистки воздуха, что очень немаловажно для организации труда сотрудников. Наша перепланировка производства в данном производственном цехе номер один подразумевает разделение станочной группы от запыленного участка слесарно-сварочного. Соответственно, там мы добиваемся повышения качества продукции за счет хорошего воздуха, а здесь создаем правильные условия с точки зрения охраны труда для персонала. Мы захватили территорию площади для установки нового обрабатывающего центра фирмы «Бивер» АНТС. Планируется ближайшая поставка буквально в этом месяце. И что это за обрабатывающий центр? Это универсальный обрабатывающий центр, который обрабатывает такие материалы, как дерево, ПВХ, полистиролы. Он необходим нам для изготовления оснастки и приспособлений для формовки деталей корпусных. Речь идет о подвижном составе SkyWay. Абсолютно верно. Расскажите, а какие ближайшие этапы вашей работы? Ближайшие этапы подразумевают принятие нового оборудования, подключение, проведение пусконаладочных работ, проверка выпускаемой продукции и выпуск первой качественных изделий запланирован на конец февраля, начало марта. Сегодня мы заинтересованы в инженерах-технологах по написанию программ к станкам ЧПУ, а также в наладчиках станков и манипуляторов ЧПУ. А как зарплата, как там соцпакет? Все это обеспечивается? Конечно, обеспечивается. Зарплата у нас достойная, выше среднего заработка по республике. Зарплата не в конвертах, я надеюсь? Нет, все официально. И весь соцпакет, естественно, присутствует. Ребята, приходите в SkyWay, работайте. Будем рады посотрудничать. Коллеги, я жду вас. The recently commissioned second production workshop, to which the assembly and electrical sections have been moved, is also waiting for new, highly qualified employees. We asked its head, Pavel Skrobut, about the tasks his employees are solving now in the new facility. Сюда переместилось со старого производства сборочный участок и участок по электромонтажу. Для чего было необходимо это сделать? Необходимость заключалась в том, что некоторые технологические вопросы, технологии выполнения каких-то операций требовали особой, скажем так, чистоты и аккуратности, которые мы не до конца могли там обеспечить в связи с тем, что рядом находился сварочный заготовительный участок. Вот. Для повышения качества нашей продукции вот мы сюда переместились и сейчас здесь обживаемся, приобретаем новое оборудование. А что за новое оборудование? В частности, на сборочный участок приобретается два станка, шлифовальный станок и ленточно-отрезной станок. Для
монтажного участка приобретается свое специфическое оборудование, слесарный инструмент, который нам необходим, какие-то еще специфические, где-то какие-то инструменты и оборудование мы разрабатываем, помогают нам наши конструктора. В частности, вот стенд для испытаний компрессоров систем микроклимата, который позволит определять все параметры компрессора, закупаемых в соответствии с этим, мы сможем наши конструктора разработать правильно, рассчитать и разработать системы микроклимата, чтобы они надежно работали в наших транспортных средствах. Спасибо большое. We keep you updated on the creation of SkyWay rolling stock. The development of the Unitsky String Transport flagship, a high-speed U4362 unibus, is no exception. Remember our reports on preparation for tests, on modernization of the truss track structure rolling surface, and on the manufacture of a test mule, a problem-solving transport that completely repeats the appearance and all unibus assemblies, with the only difference being that it provides quick and direct access to all its elements. This is all because it is to help track needed software or technical improvements, as well as at what stages they arise. Despite the fact that even today a high-speed vehicle boasts a special running system that provides smoothness and high speed with low dynamic movement, we can report that as a result of bench and operational tests, researchers have already identified the bottlenecks of U4362, and now ways to improve them are being determined. Мы постоянно проводим работу по улучшению характеристик данного транспортного средства. По результатам испытаний мула в экотехнопарке проводится улучшение характеристик подвески на данный момент, что позволит увеличить его плавность хода и скоростные качества. То есть, как я понимаю, это первый реальный результат использования и испытаний мула высокоскоростного транспортного средства в экотехнопарке? Да, совершенно верно. По результатам всех проводимых там испытаний испытательного центра, а также совместно с конструкторами, мы проводим улучшения, которые от нас требуются. This is the traditional summary of SkyWay technology progress over the past week. Follow the updates of the official SkyWay sites. Subscribe to our YouTube channel. Support our project. And then the words «перестройка» and «acceleration» will be filled with new meaning for you. Build SkyWay. Save the planet.